привет на канале Автотакт. Снова возвращаемся к воде, к лиманам, Азовского моря. Завораживающая такая красота лиманов не отпускает. Сейчас мы посмотрим лиманы в черте баз отдыха, рядышком с городом. Остались на зимовку замечательные лебеди. Пара лебедей белоснежных находит себе пропитание в эту пору. Шеи длинные у них, заныривают далеко, глубоко, выискивают там червячков. Ну, когда лед сковывает льдом лиман, ну, люди помогают птицам, подкармливают их, не оставляют в беде. Свадебная пара лебедей. Вот они кланяются. Выполняют поклоны. Благородная птица. Плавно-плавно плывут два корабля белоснежных. Смотрятся. Ну и, конечно же, множество чаек. Сейчас я так с вами проеду по бережочку. Посмотрим чайки. Они, конечно, напуганы в это время года. Это летом они буквально едят, кушают с руки, отдыхающие их кормят. Сейчас они не подпускают близко. Постараемся посмотреть поближе. Вот. Как возможно ближе я сейчас буду так проезжать. Посмотрим чайчик. Это все мы смотрим с вами в черте города, баз отдыха, недалеко от города все это происходит, лиман, мостики вдали видно, вот чаечки купаются, кувыркаются, и мы посмотрим сейчас с вами дальше район косы, заповедник. Еще непременно нужно пробежаться, пройтись по этим мостикам. Какой же шлиман без мостиков. Сейчас мы идем по мостику. Здесь тоже в районе баз отдыха. Лебедушки парами поселились. Вот говорят, что на берегу моря зимой делать скучно и делать нечего. Да нет, вот видите, какая прекрасная. Прекрасно, замечательно в черте баз отдыха, но все же мы переберемся с вами сейчас ближе к заповеднику. Посмотрим. Вот уже слышно такой великолепный запах травы. Необыкновенный такой лиманский запах. Кудрявенькая травушка, так раз, такой ковер. Здесь никого нету сейчас в это время. Бывают только охотники, а так человеческая нога не ступает. Поэтому такие вот места. Сейчас очень хорошо их побывать здесь, потому что нету этих вредных насекомых, клещей, пауков, змей. Можно ходить смело. Прохладно, правда, но этого стоит, чтобы полюбоваться, посмотреть. Неповторимый запах. В это время года такой запах травы сохранился. Сейчас я залезу сюда в чаще подальше, так посмотрим с возвышенности на лиманчик. Ну, я так слова не подбираю, вы не прислушивайтесь, смотрите лучше виды, потому что словами передать это нужно быть каким поэтом или там, а так вот посмотреть. Вот сейчас я иду по такой траве, шуршит под ногами камыш. И вот этот запах лимана ночью снится. Просыпайся, запах лимана ночью снится. Красивые места. Не проезжают отдыхать в такое время. Не увидишь никого такого человека праздно шатающегося, блуждающего. Только охотник с ружишком. Но птичек я напугал, они поднялись, улетели. Вот как-то
здесь, в таком диком месте, они более чувствительны к человеку. Малейший шорох, малейшее где-то какое-то такое потревожило их, они улетают. Моментально улетают. Улетают птицы. И мы тоже улетаем, но ненадолго, чтобы опять прилететь к вам, показать вам удивительные места, как мы их видим. До свидания, всего вам доброго, наилучших пожеланий, канал Автотакт.